Татарстане проводятся круглые столы на тему профилактики экстремизма в молодежной среде. Стоит отметить, что инициаторами проведения подобных мероприятий стали студенты-активисты республики. На круглые столы приглашаются ведущие общественные деятели Татарстана, а также специалисты в сфере политологии и конфликтологии. Целью профилактики экстремизма, так как это является очень такой актуальной темой для обсуждения в молодежной среде, так как вербовки поддаются именно молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, мы хотим немножечко предостеречь наших студентов, нашу молодежь, наше будущее, чтобы они не попали в такие казусные ситуации, потому что это на самом деле только кажется, что вот экстремистская деятельность далеки от нас, но на самом деле она может коснуться абсолютно любого человека. В КФУ прошло уже 4-е выступление студентов. Здесь каждый желающий, не боясь, мог высказать свою точку зрения, обсудить со сверстниками и специалистами проблемы распространения экстремистских и террористических проявлений в современном обществе. В профилактике распространения экстремистских настроений среди молодежи заинтересованы не только студенты Татарстана. Для участия в дискуссии на круглый стол прибыли студенты из Тольятти. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.